Ну что, Саш, у тебя сегодня сколько сдают? У меня 15. А у тебя? У меня одна. Чего так? Но когда у меня она сдает, я никого в этот день больше не ставлю. Это я первый раз такое слышу. Ну, ты первый раз слышишь, она у меня 15-й раз сдает. Сейчас совсем дерево? Дерево. Дерево бы уже сдало. А мы еще не ездили. Ладно, давай вечером заходи, у меня сегодня работы много. Ой, ну начнем. Вы закрылись? Вы закрылись случайно? Да, вы случайно локотком нажали там такую пипочку и закрылась машинка? Да, откройте ее, пожалуйста. Откройте, откройте. Откройте пипочку, нажмите, раз так, раз, да-да-да. Я должен зайти к вам, иначе я не приму экзамен. Тут не приму, там приму. Я только там внутри могу принять. Пустите меня туда. Кнопочку раз, раз, кнопочку так, чик, и все так, чик. Ты что ж такое-то, а? Вы меня не слышите, да? Отпустите, пожалуйста, стекло опустите там такой вот ручкой, ручкой, да. Ручкой такой, да, опустите стекло. Я говорю, стекло опустите, я вам скажу, что сделать. Стекло, да. Опустите стекло. Опустите. Что вы делаете? Зачем вы с сиденья опустились? Вы поднимитесь, поднимитесь вы. Вы поднимитесь, да. Вы поднимитесь, а... Что вы делаете? Сядьте нормально, я не про это вам хотел сказать. Я вам позвоню сейчас, хорошо? Позвоню. Какой у вас номер телефона, там, 8-922? Номер, говорю, какой телефона? Я вам позвонить хочу, сказать. Телефон у вас, какой номер? Я не буду вас фотографировать, я вам позвонить хочу. Поняли? Не буду фотографировать, позвонить я хочу. Я не буду фотографировать, позвонить я вам хочу, понимаете? Не буду, позвонить, не буду, позвонить, не буду, позвонить, не буду, позвонить. Ты что за дура, а? Кошмар какой-то. Смотрите, ладно, я сейчас покажу доступно. Доступно для вас покажу, очень доступно. Смотрите, я это вы, смотрите, да? А, там вот такая вот, вот ну, дверь, дверь. А там вот пипочка такая, вот пипочка в конце двери, вот здесь. Она сейчас закрыта. Понимаете, пипочка закрыта. Ее не видно. Надо, чтобы она была вот так. Понимаете? Она сейчас так, а надо вот так. Она вот так. А, да, вот. Понимаете вы меня? Вот, нужно вот так. Да что за идиотина, а? Ладно, все, пересядьте на другое сиденье. Вот я камнем сейчас окошко вам разобью, хорошо? Я вам камнем разобью. Сядьте на другое, чтобы в башку не попало. Пересядьте. Пересядьте. Осколкой может быть. Я просто разобью окно. Окно. Да что за... Да я не могу. Ладно, пусть сидит и все. Кошмар какой-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Я муж. Мне жена звонила, сказала ей тут... Камнем угрожают, ножом. Да ничего ей не угрожает никто. Она у вас вон в машине закрылась, сидит. Я достать не могу ее. Вы муж, вы разбирайтесь, я пошел. А, не-не, куда вы пошли-то? Я ее второй муж. Первый-то у нее муж замерз в поле. Ага, вышел по нужде минус 40, она дверь закрыла. Все, сгинул мужик, хороший, видать, был. Привет, дорогая. Привет, привет. Знаете, вы давайте-ка с ней сами разбирайтесь, вызывайте ее, что там, эвакуатор, везите ее на стоянку и автогеном дверь вырезайте, а я ее дома подожду. Блины готовлю, да, дорогая? Точно, я знаю, как вас вытащить. Дверь, нужна дверь, у нас есть, я сейчас, я вас все-таки достану оттуда. Я знаю, как вас достать. Сейчас я вам покажу, смотрите, смотрите, очень все наглядно будет. Смотрите, это значит, вот, это... Это значит, я, это вы. Я сел, машину приготовился сдавать, вот так все, накрасил тут все для экзамена, все, что нужно, тут намазал вот так вот все, что нужно. Я готов сдавать. Сижу, сижу. И случайно локотком, тихо, ой, я закрылась. И тут мне говорят, откройте, пожалуйста, дверь. Я говорю, хорошо, нажимаю, тут пяу, вот такая штука вылазит. Дверь свободна, и я вот так делаю. Все. Да что за дура? Что ты за дура? Что ты за дура? Ты дура просто. Беспросветная дура. Ты дура, понимаешь? Слава. Дура. Слава. Дура ты. Я же своих отпустил. У тебя как экзамен? В разгаре. А в машине вон закрылась, я не знаю, что с ней делать. Я вон уже и на дверях показывал. Во, видал? Бесполезно. Так не поймет, не такая же дверь. Подожди, одинаковые двери совершенно, ты чё? Ну, эта дверь синяя, эта красная. В этой голове это разные двери. Ну что делать тогда? Я сейчас тебе помогу. Был же случай такой. Да? Алло, это служба тетеньки за рулем?
Беспокоит, ты завтра в школу ручничок. Да, у нас тут ситуация. Ага, спасибо. Сейчас придет. Тетеньки за рулем, в чем проблема? Это вам еще повезло, что не блондинка. Была бы блондинка, я бы не взялся. Ну что, цыпочка, что, птичка моя, попалась в крепочку, не выпускают, да? Я смотрю, вы сами пытались вытащить. Ну что вы, все гораздо проще. Ну, смотрим сюда. А что я нам принес? А тут у меня сумочка из новой коллекции от Louis Vuitton. А там новенькие лабутапки. И, наконец, тренд сезона. Купальник от Чичи-Ричи. Спасибо вам огромное. Нам тряпье возвращать. Попробуйте, заберите. Спасибо огромное. А вам, девушка, вот, пожалуйста, права. И удачи на дорогах. Счастливого пути. До свидания. До свидания. Ты что сделал? Она же не сдавала ничего у так тебя. Так я ей карту скидку в супермаркет дал. Я что, дурак, что ли, еще раз принимать? Саша, ну перестань, я не переживу.